Наконец-то тот самый день наступил. Сегодня я куплю золотого ворона. Поехали. Долго я на него копил. И наконец он появился в магазине. Неделю золотого ворона не было. Сегодня первый день, как он появился. Давайте его купим. Этого прекрасного золотого ворона. Поехали. Да, замечательный, конечно, ворон. Золотой. Но стоякого точно нет. Да. Давайте его выберем. Так, мне скинку тут уже появились скины, да? Скажу честно, реально классный ворон получился. Особенно здесь в лобби смотрится красиво. Лайк показываю, да. Также давайте сравним скины. Вот так выглядит золотой, вот так выглядит серебряный. В принципе, разница есть, то что один вот так блистает, а вот этот серебряный не блистает так сильно. Сзади они одинаковые, полностью не одинаковые, но разница в том, что один серебряный, другой золотой. По поводу огонька, я думаю, одинаково, хотя в чем-то золотого побольше, я так считаю, огонек этот. И более он такой живописный и красочный, этот золотой. Как-то вот так. И вот, наконец-то, золотой скин, который мы будем сейчас смотреть. Вот он самый, тот самый золотой скин. Прекраснейший и великолепный. Достаточно интересная и красивая моделька выглядит. Золотая, он так блестит уже. И действительно уже кажется, такой след за собой оставляет красивый, да. Не знаю, но мне кажется, он действительно красивый скин. Заслуженный, можно сказать. Раньше, конечно, золотые были похуже, но сейчас более-менее. Тренд серебряный. Если так по отличию посмотреть, в принципе, неплохо выглядит. Так, разница, в принципе, серебро на серебро похоже, золото на золото. Но Фрэнк большой, поэтому прикольно выглядит. Именно как серебро, как памятник, можно сказать. А золотой это как ворон. Такой. Но все равно, как бы, понятное дело, ничего это не увеличивает. Ни здоровье ему, ни урон, ни какую-то супер-пупер атаку. Все по-обычному. Хотя, вот знаешь, по атаке вот золотой. Есть немного золотая атака какая-то такая небольшая. Вот если так посмотреть, видишь, смотри, он такие лучики издает, такие, видишь, золотые. Поэтому по атаке, я скажу, немного изменено. А по поводу прыжка, вот здесь, вот, тоже немного видно. По атаке, по прыжку немножко. Гаджет вроде обыкновенный, ничего нового нет на нем. Как бы разница какой-то. Такой нет, чтобы сильно. То есть, видишь, небольшая есть, но вот как-то так. Скажу честно, золотой скин действительно классный, интересный. И, в принципе говоря, 25 тысяч золота за него отдавать, в принципе, можно. Но не отдавать бы еще бы 10 за это, как бы, серебряный скин. Потому что серебряный скин, как бы, ты вынужден покупать, потому что если ты его не купишь, тебе золотой просто-напросто никто не откроет. Давай прыгнем на пружину на это. Видишь, золотые немножко есть в начале эти прыжки, все же, но они не особо сильно как-то помечаются и видно. И если вот так просто смотреть, то золотой скин действительно радует глаз порой. Это немного набью, чтобы еще последний раз продемонстрировать прыжок. Так, главное, не убивайся. Ладно. Да. Так, ну и вот так. Прыгнуть можно. Угу. Сейчас такие 5 секунд, это все останутся в живых, да? А, нет, прыгнуть. Вот такой золотой скин. Вот так он прыгает, красиво прыгает, вот так. И вот как-то так. Покажу, как он выглядит. Вот так он золотой выглядит, такой красивый. Спасибо, кто смотрел нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И обязательно пишите комментарии. Всем удачи и пока!